Привет! Ты на канале «Готовим с любовью». Меня зовут Люба, и сегодня будем делать, очень вкусный вок с форелью и морепродуктами в сливочном соусе. У меня уже есть видео вока с мясом и овощами. Ссылка на него появится в верхнем правом углу экрана. Также я оставлю все ссылки и нужные ингредиенты в описании под этим видео. Я рассчитывала на 2 порции вока, а в итоге из такого количества продуктов вышло 2 прям очень большие порции. Но он такой вкусный, что этого в итоге оказалось мало. Итак, нам понадобится соленая форель, у меня здесь примерно 150 грамм, рыбу я солила сама. Зеленый лук, я взяла 2 пера. Корень имбиря, у меня где-то 38 граммов получилось. Консервированная кукуруза, примерно 80-100 граммов, можно брать мороженую. Болгарский перчик, я возьму половинку. Салат чука, примерно 100-150 грамм. Морской коктейль, тоже можете брать любой, можете брать замороженный, я взяла вот такой вот в баночке. Я его добавлять буду не весь, мне нужно 120 граммов примерно. Соус из анчоусов. Его можно заменить на соевый соус, потому что соевый найти в магазине проще. У меня этот соус очень соленый, поэтому я добавлю 1,5 столовые ложки. Соевого можно добавить 2,5-3. Сливки буду добавлять по вкусу в самом конце. У меня 33%, можно брать и 20%. Подсолнечное или оливковое масло для жарки. Лапша удон, 1 порция. Обычно я беру такого плана лапшу для вока, но сегодня мне захотелось сделать с удоном. А вы уже смотрите по своему вкусу. И в самом конце добавим кунжутные семечки. Первым делом я ставлю кастрюлю с водой на огонь. В ней буду отваривать лапшу. Воду не солю, так как соус у меня очень соленый. Плюс у меня соленая форель. Если вы будете добавлять соевый соус, тоже можно не солить. Пока вода закипает, подготовлю все ингредиенты. Нарежу болгарский перец тонкой соломкой. Мне хватит половинки. Зеленый лук я режу наискосок, чтобы получились красивые острые перышки. Корень имбиря чищу и измельчаю. Филе форели нарежу кубиками. Форель я предварительно засолила. Морской коктейль я переложу в тарелку, добавлю не весь, примерно грамм 120. Делаю это ситечком, чтобы не попадала юшка. То же самое я сделала с кукурузой, она у меня консервированная. Рыбный соус я перелью в отдельную емкость, так как мне нужно будет очень быстро добавлять все ингредиенты. А вы видите, как он выливается, буквально по капле. Вода у меня закипела, буду отправлять туда лапшу. На 2 порции я беру 1 порцию лапши удон. Поверьте, этого будет даже много. Эту лапшу буду варить 6 минут на слабом огне с открытой крышкой. Готовую лапшу хорошо промываю под холодной водой и оставляю, чтобы стекла лишняя вода. В воке все готовится на сильном огне в хорошо разогретом масле, поэтому обжаривать все ингредиенты надо быстро и обязательно постоянно перемешивать. Отправляю имбирь
потом кукурузу, болгарский перец, морепродукты, лапшу, рыбный соус. В самом конце добавляю чуку и рыбу. Кстати, длинную лапшу очень удобно перемешивать и накладывать вот такой вот ложкой. Меня она очень выручает. Затем добавляю зеленый лук и сливки. Обжариваю до тех пор, пока сливки не загустеют. Раскладываю вок по тарелкам и присыпаю кунжутом. Теперь именно такой вок занимает первое место среди моих фаворитов, потому что туда я добавила самые любимые продукты. И получилось, но нереально вкусно. Единственное, что я хочу добавить, это то, что я изменила на следующий день. Во-первых, я еще тоньше порезала болгарский перчик и закинула его в первую очередь перед кукурузой. Во-вторых, рыбу я вообще не стала добавлять в сковороду, а добавила ее уже сверху в готовое блюдо. На мой вкус так получилось идеально. Все остальное не меняло. Я всем желаю приятного аппетита. Всегда оставайтесь сытыми и здоровыми. И никогда ни за что не грустите. Если рецепт понравился, ставь лайк и подписывайся на канал. Пока-пока!